Новости спорта. В спорткомплексе «Триумф» прошли открытые краевые соревнования по баскетболу среди мужских команд ветеранов памяти председателя Федерации баскетбола Славянского района Александра Ивановича Полозюка. Баскетбол всегда был и остается в числе самых популярных в нашем районе видов спорта. Об этом свидетельствует и количество проходящих турниров. Баскетболисты из Новороссийска, Геленджика, Бинского и Славянского районов приняли участие в открытых краевых соревнованиях по баскетболу среди мужских команд ветеранов памяти председателя Федерации баскетбола Славянского района Александра Ивановича Полозюка. Все, кто был на турнире, еще раз смогли убедиться, что баскетбол – это великолепная игра, которая доступна для спортсменов всех возрастов. Ветераны баскетбола проявляли активность и сражались за победу в каждом матче. Они по-прежнему получают огромное удовольствие от игры. Баскетбол – это командная игра, и выигрывает команда не один человек. Даже если команда играет на одного человека, все равно выигрывает команда. Зал славянский отличный. Соперники и наша команда, и другие команды просто доставляют удовольствие, когда играешь вместе с ними. Все хорошо. Игры в спорткомплексе «Триумф» были напряженные. Спортсмены боролись за лидерство. По итогам соревнований первое место завоевала команда Бинского района. На втором месте баскетболисты из Геленджика и замыкает тройку призеров команда Славянского района. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События».